Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И мы идем Панамский канал. Поэтому сегодняшний выпуск будет как раз в деталях рассказывать вам, как это все устроено, как это все работает. И, собственно, мы пройдем Панамский канал с Атлантической стороны на Тихоокеанскую. Поэтому запасаемся попкорном, вас ждет много интересного материала. Погнали! Покидаем нашу Марину Линтон Бэй, в которой мы провели уже очень много времени, немножечко смешанные чувства, но что поделать, жизнь не стоит на месте, мы двигаемся вперед. У нас сейчас очень сильный наваливает ветер, я вам покажу на маленьком экранчике, каким углом мы идем. В общем, сейчас попробуют нас отпихнуть, под рулька у нас носовая не работает. В общем, наша задача сейчас как-то отсюда выехать. Ну и как только мы выйдем из марины, уже дальше проблем не будет. Мы выходим через якоринг и идем в сторону Shelter Bay Marina или в сторону Панамского канала. По расстоянию это около 30 миль, то есть мы с утра выходим и где-то после обеда мы уже зайдем в Shelter. Ну, в общем, это наш план на ближайшие часы. Маршрут будет хороший, потому что мы будем идти под парусами. Погода нас ждет просто великолепная. A menear esas caderas. Hoy le vamos a dar candela la noche entera. Llega y dice: baila, baila, baila. Sacude la cadera, los problemas se olvidan bailando. Baila, baila, baila. Dale vida a tu cuerpo, tu organismo mejora bailando. Baila, baila, baila. Movimiento en equilibrio, tu cerebro lo logra bailando. Baila, baila, baila. Dale vida a tu cuerpo, mami, que estás Cómo se mueve, mirarla qué bella. No necesita tomarse otra botella. Esté en una sola bailando mi ritmo. Sabe que no es más de lo mismo. Cómo se mueve, mirarla qué bella. No necesita tomarse otra botella. Esté en una sola bailando mi ritmo. Sabe que no es más de lo mismo. Descarga la energía, dale, que no hace daño. Y baile en esta noche como no lo has hecho en muchos años. No se trata de saber los mejores pasos, ni ser en esto el rey del baile o Michael Jackson. No tienes que impresionar, no, no. Simplemente es expresar lo que llevas muy dentro de ti. Solo muévete al ritmo del beat. No es quien lo hace mejor, sino quien es más feliz. No importa tu raza o tu religión, si al final no somos tan diferentes. Tu cuerpo no miente, se pone en ambiente en cualquier continente. Bailando se entiende la gente. Baila, baila, baila. Sacude la cadera, los problemas se olvidan bailando. Baila, baila, baila. Dale vida a tu cuerpo, tu organismo mejora bailando. Baila, baila, baila. Movimiento en equilibrio, tu cerebro lo logra bailando. Baila, baila, baila. Dale vida a tu cuerpo, mami, que estás esperando. Cómo se mueve, mirarla qué bella. No necesita tomarse otra botella. Esté en una sola bailando mi ritmo. Sabe que no es más de lo mismo. Сейчас мы находимся в Shelter Bay Marina. Это марина, которая находится на Атлантическом побережье Панамы. И мы готовы к прохождению канала.
Итак, самое первое, что вам нужно сделать при прохождении Панамского канала, вам нужен агент. И он вам говорит, какого числа вам нужно прибыть в Shelter Bay Marina. Есть два варианта. Первый, вы можете зайти в Марину и стоять в Марине. Второй вариант, здесь есть якоринг возле Марины, но это не так удобно, хотя тоже возможно. 3 января мы пришли в Shelter Bay Marina, и на следующий день мы договорились с агентом. Фендеры приехали. Is it the ones you used to jump? Okay, well, I keep you posted, eh? Yes. Thank you very much. Thank you. Итак, только что приезжал наш агент, и зовут его Рахелио, кстати, очень приятный дядечка, мы с ним уже 3-й раз проходим канал, и мы заплатили сейчас за переход, то есть уже все. Уже мы все сделали. Итак, у нас получилось 2000 за прохождение самого тола, 390 агентские комиссии, потом еще всякие там мелкие комиссии по прохождению канала. Короче, всего мы заплатили 3200... Страховочный депозит. Нет, так это туда входит. Мы заплатили 3200 долларов за канал, из которых... 900 это страховочный депозит, то есть если там какие-то задержки будут при прохождении канала, мы будем по нашей вине, да, то мы за это будем платить. А любая задержка, например, мы застряли на выходе из шлюза, может стоить нам 480 долларов. Вот. Но мы не собираемся застревать. Нет, мы не собираемся, там делать нечего. Итак, у нас получилось, мы сейчас заплатили, он нам привез все фендеры и веревки, которые нам нужны. Ну вот, собственно, и все. Завтра придут измерять нашу лодку. All the paperwork. We do all the paperwork for a canal. So now we are doing all the measurement, fill all the documents, and we will be ready for a passing channel soon. Thank you very much. Saludos desde el canal de Panamá. Hi everybody from Panama Canal. На самом деле сегодня особенно измерений никаких лодки не было, потому что обычно задача человека, который авторизован, прийти и измерить LOA. То есть LOA это length overall, то есть это вся длина лодки по ее выпирающим габаритам, а не та, которая идет по документам, потому что на лодке можно сделать там экстендеры, надстройки, и она будет другой длины, а для них это важно даже не по цене, потому что лодки до 60, по-моему, 2 футов имеют одну цену, а мы в нее попадаем. А это важно, чтобы просто она тупо влезла, потому что если ее поставят и сзади зайдет какой-то контейнеровоз, и потом окажется, что не хватает там нескольких метров, просто потому что какие-то надстройки, ну так, в теории, то это будет проблема. Поэтому они делают измерения, но... В данном случае никаких измерений не было, потому что я уже проходил канал там в каком-то 2015 году, и он пришел и сказал: «О, так ты же в базе есть? Что-то с лодкой делал?» Я такой: «Ня». То есть длина лодки у меня не увеличилась. И он говорит: «Ну, все, типа, заполнил документики и сказал мне пока, и ждет нас в следующий раз». Вот продукты на переход Панамского канала. Да? Сами принесли. Сами. Откуда эта магия произошла, Диночка? Все на вот этих хрупких женских плечах. Наманила? Ну, наманила, но мне, правда, Андрей помогал. Ну, самую малость. Так, ну что, мы сейчас выходим из Марины и переходим на якоринг, который находится вот там вот далеко. То есть мы готовы, выдвигаемся. По правилам прохождения Панамского канала на лодке должно быть 5 человек помимо штурмана, или, как он здесь называется, адвайзер. 4 человека должны держать веревки, которые будут использоваться при подъеме и спуске лодки при наполнении или сливе шлюза. И, естественно, капитан, который будет этой лодкой в это все время управлять. Thank you.
like to introduce you our pilot. Hi guys, how are you? So this man will assist us today and we will pass all the locks. I hope easy. Сейчас мы видим мост, который соединяет город Колон и Марину Шелтер-Бэй. То есть раньше нужно было использовать паром, а сейчас уже можно переехать по мосту. Вместе с этим красным судном мы сегодня будем переходить Панамский канал. На подъем большие корабли становятся спереди, а на спуске наоборот сзади. И наш партнер по подъему и спуску на прохождение всего канала будет вот этот большой катамаран. Мы будем привязываться к нему alongside и вместе с ним подниматься и спускаться 2 дня подряд. Данный катамаран нас ждет перед входом в шлюз, и в шлюз он будет нас тащить. Мы привязываем bow line и stern line, и будет 2 спрена, которые будут идти с bow cleat на middle cleat и с middle cleat на stern cleat и у нас, и у них. То есть мы будем достаточно безопасно и надежно защищены, и в случае движения у нас не будет нагрузки на утки. Мы готовы для прохождения шлюзов, пилот видит, что у нас все подготовлено, и катамаран начинает движение, он нас тащит, и если ему немножечко не хватает мощности, мы можем газовать своим мотором для того, чтобы ему было удобнее. На подъем есть строгая очередность расположения суден в самом шлюзе. Первый идет большой корабль, потом в данном случае идет буксир, который будет ему помогать, и далее уже заходим мы, и мы будем последним. Respiro de tu aliento cuando te acercas a mí, te pegas y me bailas lento. Сверху сотрудники бросают мессенджер. Это такая веревка, у которой на конце завязан такой большой шарик, чтобы он летел дальше. Ребята с катамарана, которые стоят у стенки, привязывают сам лайн, и они его поднимают на самый верх. Его будут крепить на утки, которые находятся наверху канала. И по мере подъема катамарана и нас, соответственно, наверх, ребята будут выбирать веревки для того, чтобы свою позицию держать согласно шлюза, чтобы не уезжать ни вперед, ни назад и не было на веревках никакой слабины. Так вот и поднимаются, собственно, все суда и большие корабли тоже. Сбоку вы видите такие вагонетки, которые его центруют и поднимают и двигают вперед.
Все шлюзы наполняются пресной водой, которая сливается с большого пресного водохранилища, которое называется Gatun Lake. С каждой стороны Панамского канала идет три шлюза. Три на подъем и три на спуск. Общая высота суммарная перепада высот 18 метров. То есть на эту высоту мы сейчас с вами поднимемся в пресное озеро. Вот мы поднялись в первом шлюзе и сейчас переходим во второй. В обратную сторону, видите, слева идет буксир, он спускается вниз. Вагонетки с левой стороны — это те вагонетки, которые будут какое-то другое судно потом спускать и поднимать, это автоматическая система. А мы должны будем зайти дальше внутрь шлюза, чтобы за нами закрылись двери. Кстати, эти двери еще со времен строительства канала, то есть они вот как были, так и остались, еще сделаны французами очень давно. Катамаран сейчас фиксирует свою позицию, мы ждем. Небольшое течение есть, приходится лодку очень серьезно держать на одном месте. И вся процедура повторяется, мы подходим, бросаем лайны, stern line, bow line, и делаем спрены для того, чтобы в случае чего нас не сильно болтало из стороны в сторону и не было больших нагрузок на утки. Красавчики, уже ничего не нужно говорить, все делают. Смотри, само все работает, Дина. Смотри, как быстро закрываются. Эти уже фуль газ. В Панамском канале они сейчас стали использовать reuse water, потому что очень много трафика, он сказал. Если раньше просто сливали, ну, с Gatun Lake все вниз, то сейчас они не могут, потому что они тогда его сделают пустым. Как они это делают? Они его куда-то накачивают? Ну, это какие-то насосы, я не знаю. Может быть, типа один лоб, другой там как-то переливают, я не знаю. Прикольно, да? Siento tus latidos, respiro de tu aliento. Oh, 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 oh. Respiro de tu aliento. Cuando te acercas a mí, te pegas y me bailas lento. Лока прошли. Теперь якорная стоянка в Gatun Lake. Я не швырзался так пока. Ну вот. Утро. Пресное озеро Gatun. Ночью дождь была. Ага. За время прохождения канала пайлоты меняются два раза. Первый нас поднимает и доводит до буя, который находится в середине Gatun Lake. На следующее утро приезжает новый пайлот и уже будет проводить нас по всему каналу, спускать по шлюзам вниз и уедет уже на тихоокеанской стороне. То есть мы будем проходить этот канал двое суток.
стоят буксиры и толкают какое-то грузовое судно, создается очень большой поток. То есть, если бы мы туда сейчас пошли, нас бы выкинуло на берег. Поэтому в этом случае пайлот созванивается с буксирами, и они рассказывают, что они сейчас будут толкать, либо прекращают и отходят. Поэтому мы будем дожидаться, пока оба буксира отходят, и после того, как там течения никакого не будет в канале, мы продолжаем наше движение уже в шлюз на спуск. Как я уже говорил ранее, в шлюз заходим мы первые, то есть вот катамаран уже нас ждет, мы сейчас будем к нему также привязываться, подходим на нашу позицию, мы будем становиться самыми первыми, и когда вода будет со шлюза сливаться, двери открываются, и мы выходим первыми, а за нами уже едет большой грузовик. И так будет происходить во всех трех шлюзах, которые мы должны пройти для того, чтобы спуститься на 18 метров вниз и быть уже в водах Тихого океана. Ну что, народ, мы в Тихом океане. Впереди нас мост, который называется Лос Америкас. Тот мост, который соединяет Южную и Северную Америку материки. Ну и вот мы идем туда и будем стоять в марине. Что он пишет? Смотри, да он что-то написал. Our perfect pilot or I would say advisor in a correct way, but in our case, we think he's a pilot. Thank you, German. Thank you very much for your assistance. It was great. We did everything perfectly. Good. Что сделать? А? Я ничего не могу делать тут, я просто не шевелюсь. Okay. Okay. Ну а теперь мы выходим из самого канала, обходим вокруг большого холма, который идет в конце Коузвея, и заходим в Амадор Марину или Марину Фламенко. На вход стоит достаточно много лодок, все ждут ассистанса, и мы ждем. А забегая наперед, скажу, что у нас это все заняло порядка 2 часов для того, чтобы мы все-таки зашли и стали в марину на наш пирс. Ну вот мы во Фламенко-марине. Хоба! Сейчас еще добавим немножечко фендеров, сделаем сприны, и все. Мы уже здесь. Листо. Да, и ты, Гата, наконец-то будешь селебрейт. Вот мы находимся сейчас в Панама-Сити, Сиудад де Панама. Мы понаехали. Уйди отсюда. Короче,
Мы перешли с атлантической части на тихоокеанскую, мы прошли Панамский канал. Если вы собираетесь это делать в своей жизни и в будущем, у вас теперь есть четкое понимание, как это все происходит. Пишем коммент, лайк. По-разному. Не бывает. Ну, у нас так в этот раз, а в прошлый раз по-другому было. Нет, по-другому не бывает. Мы вышли с одной стороны, пришли в другую, и в тот раз, и в этот. Короче, лайк, шер, коммент. Обязательно проверяем подписку и этот дурацкий колокол, чтобы получать все оповещения. До встречи в следующем видео. Чао!